маршрут, который пройдет в самом живописном месте России – Красной Поляне. Сегодня здесь собралось более 50 ушуистов из Сочи и Москвы, которые посоревнуются в разных видах ушу. И мы надеемся, что наш праздник станет традиционным и с каждым годом будет собирать все больше участников из разных уголков страны. Все занимающиеся ушу – это одна семья. Вот сегодня мы, как одна семья, с разных уровней подготовки, из разных городов, встречаемся и занимаемся нашим любимым делом – ушу. А у меня 205 105 205. Вот. И что такое ушу? Вы все прекрасно знаете, что это путь. Как вы сегодня сказали, добрый путь. Я хотел бы и вам это объяснить. Что такое ушу еще раз? Путь улучшения души, тела и ума. Так, добрый путь, друзья. Готовимся к награждению. Уважаемые участники, мы начинаем церемонию награждения фестиваля «Красный дракон» 2024 года. Вот по всем участникам построится в одну линию.